Темным глифом ты владеешь. Приносит он заблудшие души в жертву, чтобы вызвать неземную силу. Сила эта будет служить и повиноваться тебе. Имя ей — Легион Хаоса. И грешник искупит свои грехи, хотя ни одно наказание не будет достаточным, чтобы искупить твой грех. Зила, почему? Почему тебя у меня забрали? Почему? Ответ внутри. Я никогда не прощу тебе того, что ты сделал. Ты еще не заслуживаешь смерти. Сначала тебе придется пройти через преисподнюю. Следуй за мной, Зиг, поскольку твое искупление ждет тебя. Приди и увидь скрытую истину этого мира. Несколько часов назад, ноябрь 791 года, когда праведный человек попал в потусторонний мир, начала разворачиваться трагедия. Прошлой ночью сэр Кловис, важный член нашего ордена Святой Аверии, был убит. Похитив апокриф из арка, подозреваемый скрылся. Его имя... Виктор Делакруа. Почему этот человек совершил преступление против Ордена, неизвестно. Но нельзя терять ни минуты. Ты должен отыскать его. Рыцарь темных глифов Зиг Вархайт.
Делакруа. Так, что случилось с силой Легиона? Пришло время. Настал час показать тебе бездну тьмы. Зила. Я пришла, чтобы спасти тебя. Но ты спас меня. Что ты видел? Мечтал о прощении Зилы? Приди и присоединись ко мне, и я освобожу тебя от темного духа. Три года спустя, канун религиозного праздника, декабрь 794 года, Дифан, город Сумерек. Дифан был разрушен. Да, ваше превосходительство. Так доложил разведчик. Прошлой ночью город был захвачен и уничтожен неизвестным врагом. К сожалению, выживших после этой трагедии не обнаружено. И еще. Что еще? Не было найдено ни одного тела, даже пятен крови нет, только остатки сожженного города. И послание, выведенное кровью на стене замка. В нем говорится: «Я – кара за ваши грехи. Я здесь для того, чтобы очистить три мира». Это не мог сделать обычный смертный. Существует только один человек, способный заставить исчезнуть целый город, почти не оставив следа. И судя по надписи, найденной на стене замка, это мог быть только он. Несомненно, нельзя терять ни минуты. Найди его. Thank you.